Холод активирует Хульстрёма. Гол! Хульстрём! Ну, он там и первым броском мог ворота поражать. Посмотрите, Хульстрём далеко выкатился, потом щитком завел. И отличная возможность для броска. Ох, а вот и второй гол Хульстрёма. Бросает Хульстрёма, попадает, 6-2. Но в любом случае у Линуса Хульстрёма будет результативный балл. Бросок, это гол. Классно попадает Хульстрём. Это самый результативный защитник «Магнитки» без вариантов.